прошлом месяце апреле в старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. В городском парке, как в песне, качели начинают свой разбег. Здесь вовсю наводят лоск к открытию сезона. Докрашивают ограждения, ремонтируют сцену, освежают внешний вид лавочек. Но главное, диагностируют оборудование каждого аттракциона. Все 16 в полной готовности принимают первых посетителей. Для любителей экстрима отлично подойдет аттракцион «Орбита частота вращения» 13 оборотов в минуту. Чтобы не улететь на Марс, есть поручни. Время на выброс адреналина 3 минуты. Официальное открытие сезона аттракционов уже в эту субботу. Сюрприз, сальто, калипсо – топ-3 для взрослых и детей постарше. Бурю эмоций можно получить и на автодроме, а оторваться от земли на летающей тарелке. Начало в 11 часов. Для тех, кто проголодается, всегда рядом уличная торговля. На центральной аллее в 11 часов начнут работать мастера декоративно-прикладного искусства. В 12 часов на большой сцене начнется концерт, а в 15:30 уже на малой сцене запланировано развлекательная программа «Улица родного парка». Будет весело и интересно как взрослым, так и детям. Юным посетителям в самый раз будут веселые горки, солнышко, мини-джет и школьные качели. Кроме того, на территории разместятся надувные батуты. В этом году ценовой диапазон будет варьироваться от 2,5 до 4 рублей. А для многодетных семей и инвалидов билет на все аттракционы обойдется в 2 рубля. Мы очень близко живем, сюда очень часто, чуть не каждый день приходим, после садика особенно. Какие любимые карусели? Веселая горка и батуты, солнышко. С ребенком особенно, когда я дома, по выходным мы приходим сюда. Мне нравится наш парк. Очень красивый парк, удобный. Развлекательная программа в субботу продлится до самого вечера. Есть хорошая новость и для молодежи. Теперь по воскресеньям с 4 до 6 вечера будет проходить детская дискотека «Танцевальный бум». Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.